Всем привет, мои дорогие! Сегодня будем готовить вкусный сладкий пирог. Рецепт очень простой и очень легкий. Для этого берем сметану, 100 грамм сметаны, и сюда же отправляем 80 грамм сливочного масла. Оно у меня мягкое. Сюда же отправляем ванильный сахар. Я отправлю пол пачки, потому что у меня пирог будет маленький. Я много готовить не буду. И сюда же отправляем разрыхлитель, 1 чайную ложку. Отправляем еще в тесто 1 столовую ложку сахара и щепоточку соли. Теперь все это тщательно перемешиваем до растворения сахара и соли. Массу тщательно перемешали. Теперь отправляем сюда 1 стакан муки. И замешиваем тесто. Отправляем в тесто еще 0,5 стакана муки. И тщательно замешиваем руками. В итоге у нас получается вот такое вот тесто. Оно абсолютно не липнет к рукам. Ушло 1,5 стакана муки. Теперь готовим начинку. Для начинки я буду использовать вот здесь вот у меня вишня с компота. Косточки я убрала. Цедра лимона, половина лимона. Лимончик был маленький. И 1 яблоко. Яблоко я тоже сейчас натеру на терочку и отправлю сахар по вкусу. Потерла я начинку, яблоки у меня очень-очень сочные, я сейчас немножечко ложечкой отожму сок. Отправляю сахар по вкусу. Если у вас яблоки сладкие, смотрите по яблочкам. Мне для такого количества будет достаточно. Сок я от яблок уже выжила. И начинка готова. Формируем пирог. Тесто очень хорошее и абсолютно не липнет ни к рукам, ни к столу. Так, большую часть отправляем на низ. Этот кусочек теста раскатываем по форме вашего противня, но у меня в этот раз будет поменьше. Вот так вот я раскатала тесто, нижний слой. Выложили начинку и посыпали сверху картофельным крахмалом, чтобы наша начинка не вытекла. Теперь делаем верхушки. Наш пирог готов, отправляем его в духовку на 25-30 минут на 170-180 градусов. В итоге у нас получился вот такой пирог. Кусочек я уже съела, очень-очень вкусный, всем советую, всем приятного аппетита.
Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. И до новых встреч, мои любимые. Пока-пока. Сверху я посыпала сахарной пудрой.